Ну что же, всем привет, мои дорогие друзья, с вами Вести Радио. Не будем медлить, и мы поехали! Ну что же, давайте вспомним, что мы делали в предыдущей серии, а именно в прошлой серии мы убили босса под названием Стенка Плоти. И с ним мы добыли Огнеплеть и Святой Молот. А в этой серии я планирую добыть крутые руды, такие как палладий и так далее. Из них сделать печку, наковальню и так далее, и также снаряжение. А в следующей серии мы уже поборем механических боссов. Не будем медлить, погнали! Вот я уже и добыл палладий, целых 93 штуки, и сейчас я выбираю, делать мне палладиевую кирку или палладиевый бур. Палладиевый бур минус 1 дистанция, а у кирки ничего такого не написано. Из палладия я не хочу делать другие инструменты, броню, потому что я их сделаю из рехалка, либо из другого чего-то. Так что, скорее всего, я выберу бур. Пошлите копать рехалк. Ну что же, вот я уже и добыл орехалковые слитки, целых 67 штук. Поехали крафтить. Для начала сделаем орехалковую наковальню. Ставим ее. Так, смотрим, что мне здесь надо. Так, вот кирка. Сколько слитков? 18. 20 урона, можешь добывать адамантит и титан. Круто, бур выкидываем. Дальше. Броню я не буду уже крафтить. Скрафчу адамантитовую. Ну что, пошлите за адамантитом.